Идею Менгелек Йель на ежегодном форуме в Берлине обсудили казахстанские студенты, обучающиеся в Германии. На встречу говорили о национальном плане «100 шагов», а также институциональной реформе «Нация единого будущего». Собравшиеся подчеркнули важность молодежной инициативы в реализации этих программ. Отмечу, с 1994 года по президентской программе «Болашак» в Германии получили образование 364 человека. Немецкие вузы по популярности занимают 4-е место. Приоритетами, специальностями являются энергетика, машиностроение, информационные технологии. Основная задача — обсуждение идеи Менгелек Йель, перспективы программы «Болашак» и услышать от студентов, какие у них вопросы. Сотрудничество с Германией для нас очень приоритетно. Здесь обучение практически бесплатное, поэтому «Болашак» только тратит на стипендию, проживание и транспортные расходы. Поэтому мы хотим больше студентов, которые, чтобы обучались в Германии.